Так. Ты прикинь, тут дом внутри дерева, прикинь. А чё он такой огромный? Я не знаю, но я побежал. Давай, я тоже. А, мне лайт, лайт! Полчаса надо забираться. Ну сейчас заберемся, не переживай. Так же было задумано, ну хорошо, молодец. Молодец, молодец. Больше. Так и что ты заколебал меня умирать? Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня мы будем проходить, наверное, самую необычную карту в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и если вы хотите больше таких необычных совместных прохождений, то мне кажется, нужно влепить лайкусик. Конечно, ребята, поэтому влепите огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Много лайков, много серий, много прохождений карт и прочего. И Евгений. Да, слушай, мне кажется, мы с тобой появились какой-то большой на большой карте, мне кажется. Нет, какая большая карта? Тихо, спойлеры, не надо никаких спойлеров. Жека, мы появились в обычном домике, да, обычный домик. Ну хорошо, допустим так. Обычный деревянный. Детский домик, ничего особенного, я вообще, да? Я вообще ничего не спалил, обычный домик деревенский, а давай мы залезем наверх на этот домик и смотри. Опа! Ой, омагад! А ты понимаешь то, что мы сейчас находимся на таком же домике, только в 300 раз больше? Так, подожди, вот этого я, кстати, даже не замечал, реально? Да, это такой же домик. У нас маленький домик внутри большого домика, внутри прям вообще внутри, да? Внутри прям гигант! Короче, это сложная теория, тут пофилософствовать нужно, но мы этим заниматься сегодня не будем, да. Да, Эдисон, слушай, я тут уже немножко прочитал, что нужно делать на этой карте. А, стоп, ты взял, да, книжку? Да, а что? А вот давай, читай, короче, там должны быть задания, да. Что мы должны сделать. Так, первое, ребят, карта на самом деле интересная, и, кстати, Жека, мы же ее можем оставить в описании, если чё. Да, если да. 15 тысяч лайков наберем. То есть это изи. У нас будут задания на этой карте. Мне кажется, эта карта растянется не только на одну серию, тут даже 2 или 3 серии будут. Поэтому, ребят, все зависит только от вас. У нас первое задание — это починить проигрыватель. Второе — словить кролика. Третье — остановить заражение слаймов, понимаешь? Это на самом деле прям вообще очень страшно звучит. Как зомби-вирус, только это слайм-вирус. Вот. Понятно. Ага, и все, да? И все. Не-не-не, там еще есть. И забраться на дерево и найти в водопаде секретную пещеру. Вроде что-то. Так, подожди, давай все по очереди. Починить проигрыватель. Починить проигрыватель, да, у нас есть проигрыватель. Тут все не так просто, поэтому смотри, вот здесь вот есть проигрыватель в доме, значит, да. На первом этаже он должен быть тоже, правильно? Да. А тут есть какие-то цвета возле этого проигрывателя. Красный, синий, зеленый и желтый. Так, подожди, я вижу красный, синий, зеленый, но. А желтый? Ну, хорошо, давай мы отправимся. Опа, у тебя цветника меняется! Я хочу. Так, я себе красный возьму, а ты себе синий. Я возьму себе зеленый. Нет, ты синий. Я возьму, ладно, себе синий. Зеленый был бы тут Игорь, да. Так. Это Геймер Про синий, понимаешь? Я не хочу, у нас тут будет вот так вот все. Так, Жок, хорошо, иди сюда. Не, подожди, там же был нормальный спуск. Да подожди, я просто показать тебе, иди сюда. Ну, давай. Видишь, там кролик, нам нужно словить этого кролика. Видишь, там какой-то синий цвет, то есть вот еще один синий, видишь? А, мне кажется, туда нужно... Слышишь, знаешь, что я заметил? Что? У тебя тоже кнопка на башке? Опа! А как ее убрать? А я его не могу взять. Я тоже не могу ее взять. Ну ладно, видимо, это потом. Ладно, ну, пойдем, хорошо. Пойдем. А куда мы пойдем? Спуск, да? Смотри, обычный спуск. Да, тут есть нормальный спуск. Мы можем ориентироваться по нашему маленькому домику. В принципе, он у нас изначально был показан. Хорошо. Я падаю, пока. Ай-яй-яй! Ну я падаю. Жека! Тихо, успокойся, Подожди, Да какие соревнования, Жека? А я тут что-то заметил. Да, тут что стекло. Там? Тут я просто обычное кнопку. Стекло, я думал там что-то... А-а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 
музыка, не надо никакую музыку, Жека, не надо никакую музыку. Так, спускай сюда. Это забраться наверх. Хорошо, нам наверх пока что не нужно. Смотри, вот проигрыватель, мне кажется, его точно нужно починить. У нас такой же лилипутский проигрыватель есть вот там наверху, но нам нужен вот этот гигантский починить. Мне кажется, чтобы его починить, на него нужно как-то забраться наверх. Не думаешь? Ну подожди, давай сначала разведаем обстановку. Вот, кролик, хорошо, да, давай. Кролик.
Та-та-та, кролик, дайте мне эту кнопочку, которая у меня на башке. Вот да, я уверен, что мы должны использовать кнопки, но только как. Жека, почему у тебя зеленый цвет, Ника? Я хотел, чтобы был синий. Потому что тут Z-Gamer Pro какой-то синий. А, будет два синих. Паскуда, понимаешь? Паскуда. Да, он говно, занял мой любимый цвет, понимаешь? Так, подожди. Эдисон, мне кажется, нужно забраться наверх этого проигрывателя, а чтобы это сделать, нам нужно забраться на окно. Подожди, ну давай мы сначала походим вот тут, возле дома. Может тут что-то будет, какое-то секретное, понимаешь? Секрет. Подожди, какие-то. А что у нас там еще по заданиям есть? Проигрыватель, кролик, кролик, водопад, остановить инфекцию у слаймов и также забраться на дерево. Дерево вот, да, инфекция слайма. Вот, дерево тут впереди нас, видишь? Хорошо, хорошо, Жека, я тоже пока не знаю. Подожди, а может нам нужно забраться реально обратно и как-то на... А, смотри, 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 мы можем забраться на вот это окно, иди сюда. Во, я тебе говорил, на окно, да, я ты понимаешь, то, что я там уже был, пока ты вот тут летал, я там уже прыгал туда-сюда. Ну да. Ага, да. Подожди, подожди. Ну, подожди, нужно еще выше. Еще выше, да, еще выше. А, подожди, у нас пол ХП. Нас... Не умрем. Так, подожди, тут ничего нету, тут ничего нет, вот сюда нам нужно. Так вот, ты что, не догадался, то что нам сюда нужно, смотри, опа, 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 потом и мы на проигрывателе, и нам нужно внутрь, посмотри, Жека. Ну подожди, если мы туда спрыгнем, то мы не умрем. Так, тут тихонечко, потихонечку, ипи, все, мы тут, так, смотри. Ипи. А смотри, Жека. А подожди, а как у тебя написано в книжечке, там последовательность какая-то должна быть, по-любому. А, красный, синий, ага, красный нажал. Синий, зеленый, желтый. Блин, как, тут два красных, в смысле, я не понял. Что за фигня? А, стоп! Это я сейчас. Подожди. Они меняются. Конечно, они меняются, только они... Подожди. Нет, смотри, Жека, смотри. Подожди. Нет. Ты все сломал. Нет, смотри. Нам нужно, чтобы первый цвет был красный. Вот как красный и синий поменять местами, а? Во! Как? Туса! Ебой, как мы это сделали? Мы починили проигрыватель, понимаешь? Мы очень жесткие. Пойдем отсюда. И мы починили проигрыватель. Ну, смотри, нужно выполнить все задания. Что там дальше? Через кролика, дальше, да? Словить кролика, да. Ловим кролика. Да, мы ловим кролика. Пчип! Ну так нечестно, у нас тут как бы соревнование. О, мне дали кнопку. Да? Да. Place it on diamond block. Ага. Ага. А мне не дали, хоть я тоже умею. Все, вот так тебе и надо. Так, подожди. Так, подожди. А ну убей меня. Да нет, зачем? Да убей, может мне тоже кнопку дадут. Да мне это дали, когда мы починили проигрывать. А чё мне ничего не дали? Я просто не заметил, этого. Я только сейчас понял. Так. Ух, ё... Как? Ах ты, ну ты конечно даёшь, Жека, давай. Давай, я тебя жду, Ой, какой же ты мне, давай, быстрее, все, нормально. Побежали кролику, Жека, кролику, побежали. Значит, мы все делаем в правильной последовательности, понимаешь? В принципе, да, пока, давай. А что там после кролика будет, мне интересно? После кролика потом посмотрим, инфекция лаймов, вот, поэтому давай. Да. Хорошо. Слаймов. Опа. Опа. Какой поймать? Я вообще... Беги за ним! Я бегать не могу, а... Подожди. А вот он, смотри. Опа. За ним! Что-то зараза, как его? Давай! Да что ты такой быстрый? Капец, он вообще нереально быстрый. Да ты паскуда! Извини. Поймаешь, мне сейчас полчаса бежать. Телепортируйся ко мне. Кажется, так будет лучше. А, я его почти словил, Опа! Так, мы теперь быстрые, мне дали, иди сюда, Жека. Так, мы теперь быстрые, и мне дали кнопочку, которую можно поставить блок, да? Золотой, да, а где он? Давай, где вот, он? Вот где сюда, он? Вот он. Подожди, какое следующее задание? Сейчас я хотя прочитаю. Инфекция слаймов. Инфекция слаймов. Окей. Нажимай. Опа! Вот они! Давай, вали! Вот он, слайм, инфекция! Давай, вали! Зомби-инфекция какая-то! Харкнул просто. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мы почти вылечили! Зараза, давайте бейте! Жак, инфекция, смотри. Подожди, какой... они нас могут убить вообще? Не, мне кажется, нет, они меня не могут бить. Так. Нам просто рядом надо стоять, а то мы нас... Так. Все, инфекция вылечена, да? Все, мы справились. Нет, не справились, да? Смотри, Жека, смотри. Иди сюда.
Ну, давайте. А если мы прыгнем из крыши этого дома, с крыши этого дома, на вот эти слайм-блоки и подпрыгнем вот туда, к дереву, потому что у нас следующее задание — это забраться на дерево. То есть ты хочешь сейчас бежать обратно, да? Да, да. Обратно в дом. Ну хорошо, побежали, побежали, побежали. Слава богу, мы теперь быстрые. Это хорошо, это хорошо. А тут можно летать, да? Вот, вот, да, я могу, я могу полететь. Подожди. Бера! Полетели же! Ну ты давай лети, я уже залез, наверное. Чуть не грохнулся, чуть не грохнулся. Куда ты забираешь? А! На самый верх, на самый верх. Мне кажется, вот она, вот она, вот она, да-да-да, вот она. Так, Жека, кто первый, кто первый? Ну я полетел, короче. Давай. Только на shift не нажимай, на shift не нажимай. Не нажимай на shift. Да я знаю, знаю. Опа! Опа! Бра! 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 Ес, отлично. Подожди, подожди. Так, погнали, погнали вовнутрь. Кто тут? Кто тут? Чекпоинт, я нажимаю. Чекпоинт? У нас чекпоинт есть. Подожди, я тоже нажал. Так. Ты прикинь, тут дом внутри дерева, прикинь. А чё он такой огромный? Я не знаю, но я побежал. Да, я тоже. А, мне лайт, лайт! Самый огромный дом внутри дерева, как я вижу, да? Да, да, да. Блин, капец, он реально высокий, мы будем полчаса на него забираться. Ну сейчас заберемся, не переживай. Так же было задумано, ну хорошо, молодец. Молодец, молодец. Больше. Да ты шо, ты заколебал меня умирать? Я не специально. Я просто бегу такой. Не надо больше. Ой, Жека, давай. Опа. Тут главное не грохнуться. Главное не грохнуться. Да, я с этим я согласен. Ты, конечно, чукча, честно. Главное не умирай, это реально надо проходить. Так, мы забрались на дерево, да? Дальше. Dive in the underwater secret cave. Всё, я поехала. Ир, бра, поехали. Тут есть подземный проход, давай к ним туда. Так, Жека, давай быстро. Жека, мы сейчас умрём! Где? А, мы сейчас реально умрём. В смысле? Всё, у меня один пузырик. Нет! Да! Да что ж это такое, Жека? Ну, заново забираться на дерево, понимаешь? Ты что, с ума сошел, а? Побежали. Подожди, нужно реально... Все хорошо, не переживай. Эй, забыстрее! Давай, мы уже забрались! Побежали? Нет, ты упал. Дальше, побежали. Тихо. Оп, подожди. Опа, прошел. Ай! Так. Все, побежали. Давай сразу плывем. Подожди. Я плыву. Жека, у нас очень мало времени. Нужно торопиться, быстрее. Жека, давай. У меня 4 пузырька. Я умираю, нет, да! Фух. Опа! Мы молодцы! Так, лазурный блок. А у тебя нету там... Кнопочка, есть кнопочка! Да, Жека, у меня есть кнопочка! Опа! Давай. Да! А что, а мне куда? А, мне тоже туда. Жека, мы прошли первый уровень! Ну мы, конечно, молодцы, мне кажется, нужно пройти второй. Думаешь, второй еще нужен? Да, хорошо. Так, а что во втором уровне? Смотрите, что нам нужно сделать? Нам нужно наполнить котел. Нам нужно забурлить котел. Хорошо, все понятно. Ну, блин, я не знаю, бленд, колдрон. Ну, забурлить. А потом забурлить, все правильно. Так, потом нужно побывать на варочной стойке и убить все зелья в зачарованном столе. Как понять, убить зелья? Так, подожди. У тебя есть бутылка? Нету. А у меня есть бутылка, пожалуй. У тебя есть бутылка? Да, у меня бутылка. Так, хорошо. Я коллекционирую бутылки, если ты не знал. Вот, поехали. Ты, конечно, молодец. Так, первое, нам нужно забраться на котел, да, или заполнить котел. Нам не забраться, нам заполнить его нужно. Кстати, смотри, а в доме у нас же есть какой-то проход, как я видел. Да? Подожди. Какой проход? Вот смотри, вот здесь какой-то проход. А, да, слушай, есть. Только я не понимаю, что это такие? А где мы вообще живем? У верстаке, может? Да, мы в верстаке живем. Да, мы в верстаке. Подожди, крутые. А куда дальше? А, вижу. Вот водичка! Нет, почему ты заколебал? Жека, тут водичка есть. Давай. Я взял водичку. Да, взял. Будешь пить? Давай. Нет, не взял. Моя бутылка. А что сейчас делать? А может водичку, хотя вряд ли туда нужно водичку кидать. Не надо туда кидать водичку, мы потом ее не достанем никогда. Нет, может попробовать, конечно. Нет, не надо.
Нет, не пей! А, ну брось, хорошо, брось. Давай попробуем. А если, если они... Ну, если да, если. Так, бурлим. Я забрал. Не бурлит. Ничего, что-то не бурлится. Хорошо, да, каким другим способом мы можем? Па, как это делать профессионал. Так, молодец. Так, подожди, а может это сундук? Нет, в сундуке ничего. А, подожди. Опа! Да, как? Как ты это... Это в доме, в маленьком доме нужно было наполнить котел, понимаешь? То есть там, это сочи... Это параллельные вселенные! Это вообще... Давай, бленд! Блендери! Я нажимаю, давай. Что, бурлись. Би-би-би-би. И чё? Я не знаю, чё. А можно наполнить? А может полностью, полностью нужно наполнить! Давай! Почему я страдаю, я не могу понять. Давай еще. Я наполнил еще водичку, давай, убивай меня. Давай, давай, Жека, все, это последний. Так, блендерю. Давай, блендерю, ой-ой-ой. А что происходит, мне ничего. Что, сзади появляются блоки. Они исчезли. Подожди, надо еще раз блендерить. Опа, хопа. Хопа. Ааа, нет. Ааа, да что такие? Да твою табать! Это вообще на самом деле ужасно. Нормально. Давай, Эдисон, я в тебя верю. Давай! Да! Отлично, мы прошли. Йо-йо-йо. Так, хорошо. Ты поставил спанпоинт. Спанпоинт, да. Есть? Спанпоинт. Да. Мало, мы молодцы, Жека. Мы... А! Не падать. Мы молодцы. Давай. А, следующее, так. Какое задание у нас? Следующее. Следующее задание у нас побывать на варочной стойке. Вот, варочная стойка. Ага. Сундучок, что там кнопочка, в сундучке? Кнопочка. А, куда ее поставить? Разместить его на золотой блок. Подожди. Золотой блок. Где у нас золотой блок? Ну, подожди, какое следующее задание? Убейте все зелья в enchanting table. Золотой блок, Жека. Мне кажется, может золотой... Где-то... Да, мне кажется, вот там. В enchanting table он должен быть, только я не понимаю, пока как туда забраться, потому что если мы упадем, то мы рипнемся. Ну, в принципе, можно рипнуться, но... Да, так можно? Я уже думал, я рипнулся. Ну хорошо, мы молодцы. Так, а сейчас. Куда-то дальше тоже можно. Опа, вот сюда. Где тут золотой блок? Блок. Я не знаю, где тут блок. Я тоже не знаю, где блок. А, подожди, может... Ааа, нет, подожди, не падай, только не умирай, прошу тебя, не умирай. Вот сюда, все, аккуратненько. Так, мы молодцы. Где золотой блок? Тут есть эмеральдовый? Тут есть, да. А, во, золотой. Ага, мне дали меч. Все, убивай! Убиваем зелья! В смысле, меня зелья убило, Жека! В смысле, как так? Я не понял, туда-сюда. В смысле, как оно меня убило? Жека, ты пешься, главное... Почему он не умирает? Так. Ой, опа, убил. Все. Нормально. Все? Мне дали алмазный блок. А куда его ставить? На эмеральдовый. Все, обратно. Молодцы. А дальше, какое следующее задание? Все. Мне дали кнопочку, ее поместить. Жека, мне нужно ее поместить на лазуритный блок. Лазурит. А, подожди, мне где-то его видел. Я тоже его где-то видел, да, вот где-то там сверху, что ли. Где мы его видели, Жека? Что-то было в начале карты, по-моему. Нет, или в начале, или вот там. А ну, постой тут. Ну хорошо. До свидос. Подожди. Да, иди сюда, ты пешься. Давай. Я тут. Смотри. Давай. Да! Ну... Ой, Евгений! Ой, Эдисон, мне кажется, просто чтобы сохранить, мы должны закончить на этом. Да, ребята, если что, тут еще два таких уровня. На самом деле, мне даже понравилась эта карта. То есть она прям такая интереснейшая. Ребята, давайте сделаем так. Если вы реально хотите еще два уровня, мы с Жекой пройдем эту карту как только, так сразу. Поэтому ставьте огромные пальцы вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Если мы наберем 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на видосе Эдисона, вот самое главное, на двух видосах, так что не ленитесь, зайдите, то будет вторая часть. Да, ребят, мы вам обещаем, поэтому также подписка, как обычно, подписывайтесь на канал, это самое главное, и мы вам говорим огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.